Всем привет, с вами снова я, Настя, и Егорка, да? Скажите, наше первое видео, мы можем немножко капризничать. Нам сегодня, то бишь 16 до октября, исполнилось, ну, вчера нам исполнилось 3 месяца. Мы еще пока не были у педиатра, мы только сходили до Клуру, но зачем-то опять направили. Йо, мы серегушки. Я с ней взвешивала сама, мы сейчас весим 6 килограммов. Да, 6 кило мы весим. В росте мы примерно 61 сантиметр. Более точно я потом узнаю. Да. Мы уже хулиганим, мы активно играем с игрушками. Где наша пчелка? Вот. Вот. Мы пока что продолжаем стригивать, но это пройдет, когда мы будем уже сидеть. Сейчас мы уже активно лежим на животике. Кадры я нарезочку с Егоркой оставлю в конце. Вы можете пролистать, посмотреть, если вам не втерпёшь. Мы сейчас уже сосем кулаки, пальчики, да? У нас обильно текут слюнки. Предполагаю, что это, ну, сосательный рефлекс и предвестники наших зубок. Да? Мы любим играть с игрушками, любим их брать, хватать, сосать их, да? Вот так вот, как мы любим пчелку. Это наша любимая пчела. Мы обожаем с ней играться. У нас очень много игрушек, мы играем с ними поочередно. Сначала, когда он просыпается, мы сначала общаемся, болтаем, улыбаемся. Потом играем с игрушками. Мы солим их, да? Вот. А потом уже катаемся на ручках. Потому что если сначала взять его на ручки и покатать на ручках, то он будет капризничать и будет проситься сидеть все время на руках. А, к сожалению, мы не спим в кроватке. Мы любим спать с мамой, да? И папой. Вот. Но вот с этого месяца я стараюсь приучить его спать одного, вот, и класть его на ночной сон, по крайней мере, на первый сон его крепкий, в постельку, да, вот. По поводу грудного молока мне его хватает, поэтому мы так быстро набрали килограмм за этот месяц, ну вот, прикорм нам, походу, не видать, но мы его сами купим. Стейся, скажи, мы теперь отлично лежим на животике, раньше он лежал на животе, клал себе кулачок рядышком с лицом и иногда лениво поднимал голову. Сейчас же мы опираемся на ручки, на как он ставит их под себя. Он поднимает хорошо голову, держит. Получается, делает такую лодочку, изгибается хорошо. Ой, да, какая вкусная пчела! Вот, видите, какая вкусная пчела. И единственное, что он сам до конца не может перевернуться на бок, ему тяжело. На животик пока переворачиваться. Ой, капризик. Вот так мы плачем, да? А где у нас Саша? Где жираф? Какой у нас жираф? У нас каждую неделю у нас папа вот жирафа нам нового купил. Мужикального, да? Он очень характерный. Да, у нас характером мальчик. Если нам что-то не нравится, мы капризничаем. Мы ругаемся. Да, да. Больше всего мы любим есть игрушки. А если у нас не помещаются они в рот, мы злимся. Да? Мы злимся? Вот так. Ой, пуки. А, больше он любит сидеть именно вот так. Да. А еще мне нравится, когда мама сидит, а не стоит. Как видите, у нас появляется залысинка от того, что мы вертим головой. Да. Да. Любит, когда я ему душу животик. Он хватает за волосы меня уже. Вот. Он очень активный, очень много разговаривает, он говорит «мама», кричит иногда даже так, когда плачет. Ой, по-моему, мы пукаем или пытаемся покакать. Также, да, мы говорим «ба». Ой, а еще мы срыгиваем, ребятки, пару минут. Также мы пьем водичку, я даю ему обязательно в день, чтобы он пил хотя бы минимум 40 грамм, миллиграмм. Или литров воды, потому что, когда мы плаваем вечером, он в ванной начинает сосать кулаки, жадно прям облизывая их, поэтому прям все признаки того, что он хочет попить, и я ему даю пить воду. Какой паук! Какой паук! Так что мы сосем сиси и пьем чай. Пьем, кстати, чай мы Baby Vita ромашковый, он сладенький, в отличие от хиповского. Хип ему не понравился, для него он был горький. Да, горький был. Вот. В кроватке мы почти не лежим, мобиль нас так слегка развлекает, но мы больше любим, когда вот контактируем с игрушками, чем наблюдаем. Да? 18 числа у нас будут крестины. Да? Да. Да.
Давай, мама, опять. Держи, держи, держи. Вот какой сильный мальчик у нас, да? Где? Гуляем мы в основном по 2 часа стараемся гулять, 2,5. В зависимости от того, как он спит, иногда у нас бывает короткий сон, мы спим 30 минут и просыпаемся. Ой, 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 нетерпеливый. Да, нетерпеливый. Вот, мы пытались засунуть паука в рот, но у нас не получается. Мы злимся, да? Злимся. Так что, в принципе, по развитию мы узнаем всех родных, всех близких, улыбаемся, очень много общаемся, помимо «ба-ма», иногда у нас бывает что-то вроде «и надо», когда мы ругаемся, да? Когда мы ругаемся. «Агу», «ау», «ар» у нас было пару раз. Да. Вот, поэтому, в принципе, он схватывает все на лету. Говорить, я думаю, рано научится. Иногда он пытается потянуть голову. Давай, все, все, все. Видите, какие мы злые. Если что, он не сидит, он лежит на мне. Да, испачкал маме кофточку. Вот, единственное, что он сейчас иногда, когда, допустим, в ванной, он, если лежит на мне, мы плаваем иногда вместе с ним, он пытается поднять голову, пытается встать. Да, мы пытаемся встать. О, какой, какой у нас тут пёсик ходит. И у нас ходит тут, да? Ходит тут у нас. Вот. Быстро мы вырастаем из одежды. Мы сейчас уже покупаем ему одежду из Мадокея от 3 до 6 месяцев. Раньше у нас было от 0 до 3. Немножко великовато от 3 до 6, но ничего. По килограммам нам подходит, да? Ой, да, ой, да, ой, да, ой, да. Вот. Не любим мы сидеть на месте, нам нравится ходить. Мы любим много разговаривать и все разглядывать, да? Вот так. Ходи, вот так. Да, вот так мы любим. Вот. Да. Так что кушаем мы много, засыпаем мы сиси. Просыпаемся, у нас обычно подъем в 6-7 утра. Вот. Ходим ножками. В принципе, нарезочку с Егором, то, что он умелкий, некоторые его балаболки, улыбашки. Это все будет вот как раз сейчас. Танцуем. Он реально танцует. Любименький, сладенький. Чё, всё? Гуляк-то вытащи изо рта. Любимый, да? Сладкий. Кто тут молодец? Давай поднимай. Вот так. Давай. Держим голову. Держим. Агу, да. Давай, старайся, старайся. Вот так. Устали уже? Давай, давай, давай. Все, надоело. Смотри, как я теперь умею. Скажи, как я теперь умею. Вот так. Вот так я. Перевернулись мы и так вот держимся пока что. Так что мы растем. Да, мы растем. Все умеем. Все мы можем. Осталось только, скажем, научиться нам сидеть. Вот, но это уже с 4 месяцев, у них начинается с полусидя, а потом потихонечку они садятся. Дё, дё, дё. Всё, мы пойдем кушать, а то, Кази, мы злые. Ух, пойдем. Кази, всем пока! Егорка, где ты? Где ты? Кто там? Кто там? Видишь ты себя? Давайте, скажи, мне надо пососать что-нибудь, поесть. Кстати, про прорезыватели. Нам не понравился японский прорезыватель. Да, скажи, невкусно.
Нам понравился прорезыватель от Fisher-Price, голубенький. Я, наверное, сниму про наши игрушки видео отдельно потом. А вот он здоровый, но он ему почему-то очень-очень нравится. Он для него самый такой аппетитненький, самый вкусненький. Да, скажи, ну все, все, хватит булимией заниматься. Любит засовывать все пальцы в рот и вызывать рвоту иногда. Слышь, ты, не делай булимии. Да, нельзя так. Нельзя болезнь такую вызывать. Вот, все пальцы слюняют, весь слюняют, все так вкусно. Вот, на самом деле, я уже жду первые зубики. А, кстати, про зубики. А, говорят, очень хороший гель панцерал, мы его уже прикупили. Иногда, когда он сильно себе сосет пальцы, давит на десну, я ему мажу, потому что десенки побаливают. Зубики там все-таки лезут у нас, скажи, да? Вот, мы так спасаемся. Чего там, да? Вот. Сейчас там уйдут у нас, скажи. Ой, бип. Ай, ай. Бип. Бип-бип. Да, у нас тут ходит. Бип-бип. Бип-бип-бип-бип-бип. Бип. Кому язык показываешь? Им язык показываешь? Ты всем язык показываешь? Давай. Ладненько, мы пойдем дальше развлекаться. Мама потом козе все видео снимет. Всем пока!